Всем привет! И сегодня мы опять играем в Dead by Daylight. Сегодня мы играем за выжившего. Опять-таки. Нам сегодня нужно уже выполнить вот этот ритуал и очистить последний тотем. Также можно было бы выполнить что-то из ежедневных, но тут только траппер. Поэтому будем играть вот так. Воронье гнездовье. Заброшенное кладбище. Так. Играем. Непонятно против кого. Так. Джек или это... А, дед уже куда-то побежал. Что он знает? Или не знает? Он тотем ломает! Стой, дай мне тотем. Мне тотем дай. Мне тотем нужен. Дед негодяй, я ухожу от него. Пусть его заберет этот. Вмешательство спирно. Пусть его Майер заберет. А я найду себе другой тотем. Негодяй. Это мне тотем нужен был последний, он мне его забрал. Неужели за мной поедет? Отстань от меня. А. Чё он за мной решил пойти? Надеюсь, у него нет бесконечной третьей фазы. Он меня хочет забрать, походу. Я ему зачем-то нужен. Или не нужен? Нужен. Джейк, ты прикалываешься? Отлично. Ладно, у него вроде не бесконечная. Где мой тотем? А, подожди, дед может... Это... Посвящал тотем или... А не проклинал? А, за мной. Я его развести попробую, развел. Опять? Так, пока что ничего полезного не сделал. Ой. Ой. Это он по мою душу, наверное, нет. Ладно, пойду мою починю. Чё она у него не заканчивается? Так. Да. Что, за мной придётся? Нет. Без им. Всё. Спала в стадии. Нет, это вроде обычный Майерс. Я хочу свой тотем. Где... А, стоп, или не спал. Почему на мне висит этот? Не понял. Почему на мне висит этот самый... Уязвимость. Что, странный? Не надо. Не надо. Я буду, походу, в этой игре заниматься тем, что буду бегать в мейне. Вон он. А что? Нет, у него первое. А чё уязвимость висит? На этот самый, на... А, нет, как раз у него на этот... Как он называется? Хватает у него, короче, на... Если у него есть порча... Этот... Пожиратель надежд, то тогда у него как бы хватает. А чё они все падают? А, Джейк ранен, наверное, был, нет? Так, я пока что вообще не понимаю, что происходит. Почему?
Почему на мне уязвимость висит? Надеюсь, если тут есть проклятый тотем, я его поломаю. Нету. Почему нету? Вот так всегда. Фигня какая-то. Мне нужен этот тотем. Я хочу выполнить это несчастное задание. Где тотем? Если бы я был тотемом, где бы я был? Что за звук был? Меня напрягает тот факт, что до сих пор нахожусь под уязвимостью. Хотя, господи. Хотя его тут... Хотя у него вроде вторая фаза, почему уязвимость висит. Вон он. За мной идет, да? Нет, у него нет третьей фазы. А чё? В чем дело? А чё уязвимость продолжает висеть? Я чё-то ничего не понимаю. Да. Он какой-то странный. Может, он на самом деле пожиратель надежд есть? Тогда зачем он накапливал сейчас третью фазу? Но они не пойдут меня спасать. Пока у меня третья стадия. Ходит тут. Пошел куда-то к тому генератору, да? Да, сейчас и Мэг упадет. Походу. Дед, помоги. Он опять... дед не ломает тотем, он их... Это... Как это называется? Он их, короче, проклинает... Ой, не проклинает, а это посвящает. Дед, молодец, я... Обожаю тебя, дед. Так, сейчас нужно... его затроллить. Ой, блин. Я на него вырвался. Что мне делать? Давай. Ой. Ой. Ладно, все так, все нормально. Нет, все не нормально. Все так и задумано. Нет, все так не задумано. Я убегаю. А он что, знает, что у меня осколок? Или он что-то знает? Или он не знает? Может, он думает, что у меня... Я не знаю, может быть. Вот он, негодяй. Откуда он может знать, что у меня осколок? Я сделал вид, что я, типа... Ну, подними меня так нечестно. Короче, он что-то знает. Нет? Что он думает, осколок-то был? Он по-любому что-то знает. Так, ну я восстановлюсь, как бы поползу к этому тотему. Или я приведу... Или может он думает, что я его к деду приведу? Да-да-да-да. Я пойду, короче, к деду. Нет, не поднимай меня. Вот негодяй. Откуда он мог знать, что у меня осколок есть? И тотем даже не поломали. Все из-за деда. Тут что?
Так, а что там с дедом? Здесь что-то бегает у этого тотема. Да. А он люк уже нашел. Ну, здесь сейчас ворота, наверное, пойдет открывать. Или что, он замаскируется тут? Вот он. Что? Я не увидел, какое было. Погибель, что? Ой, погибель. Это наед? Зачем Майерсу наед? Странно. Ну и дед умер. Так что вот так. Так. Что у него было? Паук? Зачем ему паук? Что это такое? Бладварден. А что за порча была? Почему висела этот постоянно уязвимость? Бладварден, это понятно. Наед у него был. Так, все остальное понятно. Так. Не очень, конечно, удачная игра сегодня получилась. Все из-за деда, я считаю. Если б не дед, я бы поломал этот тотем и выполнил бы свою миссию. Ну да ладно. Надеюсь, вам понравился ролик. Ну а мы с вами ненадолго прощаемся. Всем пока!